Ребзя, всем хаюшки, с вами снова Ноксвилл, и вы знаете, что это за игра. Да, это сраная жизнь. Ну или Life is Strange. Второй эпизод. Я не помню, как он называется. Извините, забыл. Смотрите, там, по-моему, математические формулы написаны на стене. Интересно. О, кто-то... А, это этот уборщик странный. Сэмюэль. Привет. Ты сегодня рано. А, привет, малышка Макс. Я люблю раннее утро. Все так тихо и спокойно. Чувствую, как животные просыпаются вместе со мной. Животные, снег. Давай снег. Что это было за снегопад вчера? Очередное послание от Земли, чтобы мы собирали манатки. Сэмюэль ничего подобного раньше не видел. Животные. Единственное, что я на самом деле люблю в Аркадии Бэй, так это все эти классные животные в лесу. Белки всегда появляются утром, ищут еду. Я слышу, как они шепчут. Таких животных... А, каких животных ты видела в лесу? Я видела лань. Не смейся, но я видела лань, которая, казалось, смотрит прямо на меня. Как будто она пыталась общаться. О, это твое... тотемное животное. Ничего странного, кроме того, что... Ну, что... Блин, какой-то наркоман. Откуда мне знать, что это... А, насчет твоей судьбы, откуда мне это знать? Ну, не буду вставать на твоем пути. Увидимся еще. Обязательно увидимся, да. Какой-то странный у нас этот паренек. Он то ли действительно какой-то ДСПшник, то ли... без вариантов. Он... Макс, зацени. Я не понял, что это такое. Это мужская, что ли, общага? Здесь же... ладно. Что ты здесь делаешь? Жду звонка. В смысле, мне уже позвонили. Ну ладно, я хотел потрепаться о вчерашнем происшествии. Это было жестко. Все случилось так быстро. За мной должок. Ну да, не сомневайся, этот мудень изрядно потрепал мою задницу. Я прям личный супергерой, только ты настоящий герой дня. Ты выступил против хулигана, и это было круто. Даже если ты бросил меня к этому хулигану и свалила с той чикой. Она весьма панковая, откуда ты ее знаешь? Просто пиратка. Знакомая пиратка. Уверен, ты была рада, что она подкатила на твоем грузовике. Кстати, что напрашивался вопрос, что Нейтан от тебя хотел? Не вмешивайся лучше. Я не хочу, чтобы ты вмешивался в эти дела. Ты меня прикрыл, но теперь не высовывайся. Нейтан Прескотт скоро все... Скоро свое получит. Долбанутая неделька. Слово антиутопии. Открылся какой-то кинотеатр. Пообезьянничаем? Давай. Как раз то, что мне нужно. Обожаю эти старые фильмы про приматов. Оказалось проще, чем я думал. Круто. Я скину тебе инфу. Хорошо. Я с удовольствием... Что? А, сесть в автобус. С удовольствием сделаю то, что меня просят, потому что не хочу какой-нибудь ханжой оказаться, который сидит днями летсплей снимает. Да. Ну, это я вообще про себя сейчас, но... Ситуация с Макс идентична. Только она фоткает все. Так, к этому Дэвиду или как тому, я лучше подходить не буду. Народ собирается в универ, скорее всего. Ну, нет, школа, да, академия. Здравствуйте. Что это за хипстер? А, помню, помню. Блин. Я тоже себе такую прическу хочу. Ну, правда, у нас опасно ходить с такой прической, да. У нас вот этого паренька уже в первый же день, наверное, модный приговор просто уже, я не знаю, заставил объяснять. Ну, это я так, без матов. Еще выразился. Как это обычно бывает. И мы едем. Я почему-то думал, что оно все очень близко. Мы куда вообще едем? Это точно не в академию, потому что... Ну, сейчас. У нас был когда-то переход из академии в общагу. Очень быстрый.
Наверное, нам все-таки просто не показали момент, когда, ну, когда она едет в автобусе. Или мы едем на встречу с этой Хлоей. Блин, я вот тоже постоянно так сел, уткнулся в музыку и еду. Особенно классно, когда зимой, когда так вечереет уже, еще не совсем темно, но уже вечереет. По-моему, нас по кругу возят, вам так не кажется? Так вот, вечереет, идет снег, играет музыка, вы едете. Пофиг куда. Главное, что едете. Так, что это, птички? По-моему, уже, смотрите, уже такие эти... Ветер нам так показывает, уже есть некие порывы. И после этого предстоит нам ураган. Да. И я не знаю, мне нам покажут этот ураган, интересно, в этом эпизоде. Мне кажется, нет, скорее всего, нет. Будет кое-что другое интересное. Так, мы приехали в закусочную. Вот я вернулась назад во времени. Закусочная совсем не изменилась. Похоже на этот. Как оно, ну, в Спанч Бобе этого Крабса было. Что это такое? Боже, что это? Подождите. Инт. Вот это инт, это что-то вставлять какое-то... Не знаю, функцию. Я сейчас это изучаю. То есть, не просто не перевели, а... Просто бинарный, ну не бинарный, ну просто код остался. Бинарный код это 1010. Это я тоже изучал. Так. Давай заходим. Надеюсь, тут драться сейчас никто не будет, а то обычно так... Запах завтрака или столовых приборов. Мне будто снова 13. Ох ты, да, выросла уже такая старенькая бабуля, да, 18-летняя. Мне будто снова 13. Опаздываю, хотя место заходит. Сочный маман тебя покормит. Лучше бы. Мне повезет, если ты доберешься к полудню. Маман? Слышь, маман? Привет. Нет, водитель грузовика, я не буду с тобой разговаривать. Ну нафиг. Так, слюни. Хотеть все. Это как Халк крушить, так Макс хотеть. Давайте музыку поменяем на какую-нибудь хиповскую. Смотрите, худинт. Да, вот, смотрите, музыку не перевели. То есть, вон, Dinner, Jukebox. Вот это то, что оно и есть. А название, наверное, вот это, Bonjo Tune, и вот там что-то на Г. Ну, да, я говорил уже про грехи, но это ничего. Давайте поставим Bonjo Tune. Мне почему-то... Ну, что-то веселое будет, наверное. Ну да, какая-то ковбойская. Давайте посмотрим. Я забыла о рыболовной стене славы. Боже, даже такое есть. Да, помню, я играл в русскую рыбалку. Ох... Были времена. Так. Ждем Хлои. Я не знаю, сколько мы тут будем сидеть. Так, там два паренька. Надеюсь, они не додумаются подкатывать ко мне. Нифига жопа у мамки Хлои. Ладно. Так. Вот она, милая молодая женщина. Что? Как поживаешь, Макс? Привет, Джойс. Приятно снова вас видеть. А вы совсем не изменились. Типа, все еще официантка в двух китах? Нет, типа, вы все еще красивая. Хорошо отмазалась, детка. Ты все еще умна. Но не слишком. Ты попалась с травой. О, да. Я услышала твою грязную историю от Дэвида. Прости, что тебе пришлось так с ним познакомиться. Он хороший... Да, он хороший человек, вообще. Да, да. Гражданин мира просто. Я ведь даже не курю, вообще это почти несчастный случай, очень глупый. Простите. Я сильно удивилась, я-то надеялась, что ты будешь хорошо на нее влиять. Вы свою дочку видели, ёпт? Ой, знаю, что нам с Хлоей пришлось нелегко, мне стыдно, что я не звонила. Такие мои что, родичи в Сиэтле, я одна торчу в Блэквилле. Такая вот карма. Ты правильно поступила, ты двинулась вперед.
по жизни. Ну да, как и... Что после смерти? Хлоя же решила остаться злой. Ну да, я надеюсь, мы будем почаще видеться. Хлоя не помешает, старая подруга. Мне так жаль Уильяма, я хорошо его помню. Я рада, Макс. Это бы... Что, его парадок? А, подарок в парадок. Но там все равно как-то не связано получилось. Хлои поймет и простит. Ей нужно просто время, я знаю, вам нелегко. Она прошла все эти этапы с учением, побег, наркотики, плохие парни, татуировки, пирсинг, синие волосы. Теперь ей нужно бунтовать против своего отчима. Это да. Кстати, вот помните, я рассказывал, ну ладно, пусть, да, так, Дэвид меня пугает, пусть я не расскажу, я потом вам расскажу про, ну, историю про свою одноклассницу, похожую на Хлою. Да, Дэвид напугал меня, что могут отчислить. Да не будет ни у кого неприятностей из-за косяка, и я ценю, что ты, что это у тебя сейчас с фартуком было. Хлоя довела Дэвида, и это нечестно. Он дал свои... А, что? Он волнуется о ней и обо всех студентах Блэквелла. Вот это лучше не говорить. Пусть лучше умнёт эту тему. Я знаю, что Хлоя все еще любит кого-то там. Ага, она провоцирует людей, особенно Дэвида. Я лишь хочу, чтобы мы стали семьей. Давно уже пора. Наверное, вы правы, Джойс. Ладно, вернемся к нашим баранам. Что будешь кушать? Омлет с беконом, бельгийские вафельки. Давай. Угу. Мне было 13 лет, когда я в последний раз их ела. Так что тащите их. Теперь допивай свой кофе и сваливай нахер за блинами. Ну, за вафлями. Вот так как-то. Так, вот те ребятки меня реально стремают. Пронто. На 12 часов. Обожаю восхитительное ожидание завтрака. Давайте кофе выпьем. Он же горячий. Боже. Ой. Вот этот чувак с жопой как-то меня немного напугал. Перед смертью можно получить пиво с беконом? Нет пива? Что? Это голос похож на Тревора из GTA 5. Ничего не скажет? Нет. Так, граффити посмотрим. Там X+. Ага, нет граффити. Так, ну пьем еще чё. Ждем блины. Вафли. Что же это, словно четырехмерное дежавю. Я продолжаю возвращаться назад во времени. Поберегись. А почему? Что такое? Я слышу, как урчит твой желудок, Макс. Вот, тебе понравится. Пускай слюнки, как младенец. Все еще не могу поверить, что ты уже женщина. Когда я смотрю на фото... Не хватит меня женщиной называть. Мне 18 месяцев назад было. Ужас. Привет. Ух ты. Снова вместе, да. Хлоя в поисках халявной кормежки. Ты весь свой университетский фонд пустила на свой счет. Я угощаю Хлою. Скупаешь вчерашнюю вину? Боже, мама, не парь ты мозг. Макс, она не виновата, там что такое. Макс хорошая девочка, ей уже 18. Да. Я слишком стара, чтобы ты... Называй его Дэвид. А, там что-то была шутка про сержанта. Да. Классная у него футболка, у моего друга в универе точно такая же. А еще сзади этот пентаграмма. Что за говно играет, слышь? Да я говно это поставил, говно. А ну... Я боюсь, другим не понравится то, что ты включил. Давай поговорим о суперсилах. У меня нет объяснений, я не могу объяснить, почему я видел этот чертов торнадо. Да ладно, это просто витание чего-то там. Ну, ребята, я физически не успеваю читать, у меня дикция не настолько развита, чтобы так быстро это все читать. Они очень быстро говорят.
Я могу перечислить все, что у тебя в карманах. Ну, допустим, я сейчас полезу, посмотрю. Впечатли меня. Так, хорошо, давайте. Ну, у нее там наверняка жвачка лежит, это 100%. Шиш. Не впечатляет. Смотрите. Ну, давайте посмотрим. Что там? Надо это запомнить, а потом сказать будет. Мелочь, сигареты, ключи, флайер. Хорошо. Ну, давай, сестрень. Сейчас я тебе покажу. Так, ну, я уже запомнил. Ага, ключи с пандой. Так, сигареты. Называются сигареты. Мелочушка, можно даже будет пересчитать, сколько их тут. Так, это пятаки, а это 25, наверное. Значит, 20. 6, полтора. Ну да, бакс 70 центов. И какой-то флайер. Хорошо. А теперь отматываем. И шоу начинается. Что ты делаешь? Ты руки так высунула напротив ее груди. Не могу рассказать, что у тебя в карманах. Давай. Что это такое? Что за звуки? Вы это слышите? Okay, Max. I'm hella ready. Я готова. Так, значит... ключи. Да. Слишком просто, мне нужны детали. Пиши мой брелок. Панда. Брелок панда. С робо-пандой, да-да-да. Супермакс, это что, ирландская удача на твоей стороне? Что еще? Деньги. Немного денег. У меня бабла завалились. Сколько у меня денег? Ой, ё-моё. Подождите, давайте, подождите. Нет, я насчитал бакс 70, наверное, я неправильно считал, потому что то были пятаки и, скорее всего, десятки. Ну, давайте вот так. Да, то было, именно, живу на широкую ногу. То были не... Точно, то были не четвертаки, а по одному центу. Так, что... Ну, сигареты то банально. Да. А сколько там сигарет? О, я не посчитал. 7. Там было ни много, ни мало. Круто. Что еще в моих карманах? И штрафной талон, конечно же. Блин, там что-то написано. Во сколько меня запалили? Это нечестно. Ну, смотрите, давайте подумаем. В 6 утра не могли запалить, в 11 утра слишком поздно. Вот в это время тебя запалили. Да, Это уже не Макс, это уже Нокс вот тут выделывает. И что? Мне буквально мороз по коже. Да. У тебя есть силы. Да ладно? Серьезно? Бери эту хрень со стола, сволочь. Прости, мам. Ну да. Что ты принесла ей такое? Как тебе еда, Макс? Лучше, чем я помнила. Очень хорошо отмазалась. Блин, я голодный как волк. Определенно. Я в шоке от того, что произошло. Ты должна показать мне еще что-то крутое, во что я поверила без всяких сомнений. Я предсказываю будущее? Да ну. Так, ну допустим, наблюдай за всем, что происходит в следующие несколько минут. Помощь. А потом ошарашишься от увиденного. Так, понятно. Разбил кружку. Еще одну кружку разбил. Так, хорошо. Что там по новостям? Менты, менты, менты. Не бей меня, сука. Так, понятно. Вот эти два пузыря начали в драку. Проехали копы, разбили чашку. Вон встала... Это девушка, надеюсь? То мы живем в такое время, что хрен знает. И песня переключилась.
Музыкальный автомат отправился в... куда? В рудничок? Ну и что ты ждешь? Теперь стоит промотать. Ну давай. Хорошо. Проматываем. Оп. Нормально же промотали? Так, ну чё, Хлоя, слушай. Четыре события, которые произойдут в течение следующих 30 секунд. Угу. Значит, первое это... Сейчас, Джойс уронит тарелку, дальнобойщик засмеется, уронит стакан. Коп уронит стакан, дальнобойщик уронит стакан. Вот тут я что-то не понял. Коп уронит стакан, Джойс наорет. Ну давай вот так. Джойс наорет на нее. Ну там, по-моему, была чашка. Тревога по рации, тот выйдет. Тревога по рации копа, тот ответит. Вызов по рации, тревога по рации копа, его напарник уедет. Вот это я что-то не понял. Посмотрим, как оно пройдет. Джастин с Тревором подерутся, Джойс им навешает. Да. И самое последнее, это музыкальный автомат сойдет с ума, когда на него... на него заползет таракан, музыкальный автомат сойдет с ума, когда на него сядет муха музыкальный, сядет бабочка, и внизу что-то я не вижу. Когда дальнобойщик... Блин. Я не знаю, ну давайте вот так, хорошо. Нет, это не то, это не то. Посмотрим, все ли так. Ну не так, последнее точно не так. Можно отмотать? Нет. Можно вперед мотнуть? Ладно. Хорошо, давай. Но там, я вот не помню, там таракан был или бабочка, но... Его просто заживало. Так, стакан. Раз. Угу. Первый есть. Придется ответить, ну... Вот. О, уехал. А, круто. Ну, я угадал 3 из 4, ребят. А вот что же произойдет с автоматом? Таракан! Блин, ну я не видел таракана, серьезно. Как его мог увидеть? Вот-вот. Угу. Кажется, наш мужик музыкальный... Да-да-да. Чего ты ждешь? Теперь стоит перемотать и рассказать Хлое, что произошло? Не понял. Ага, понял. То есть я должен угадать все полностью. И меня будут мучить до тех пор, пока я не сделаю все правильно. Да, да, 4 события. Джеймс уронит. Коп уронит стакан, Джойс наорет. Дальнобойщик уронит стакан, Джойс наорет. По-моему, там дальнобойщик сидит. Да, да, да. Дальше. Тревога по рации. Его напарник уедет. Есть такое дело. Что там? Вот это было. И последнее. Таракан. Где таракан? Вот таракан. Сидит с ума, когда на него... А, в него заползет таракан. Довольно дико, Макс. Ну, посмотрим, все ли так. Можно это пропустить этот момент? Нет? Ну, придется смотреть. Давайте смотрим. Так, готовься. Удивляться. Хлоя. Да. Да, мужик какой-то странный. Бьет, ходит, стаканы все. Угу. Сваливает коп. И эти подрались. Таракан ползет. Вот где-то вот сейчас должен из-под нас выползти. А вон он. Ну давай, давай, будь же. Ну бабочку или муху я тут не вижу. Тут по-любому таракан. Он, кстати, уже дымится. Лучшая песня будет лучше. Ну да, чем остальный мусор. Что? Так я же все сказал правильно. О, боги. Так, что тут у нас? В общем, я выбрал немного не тот вариант.
Есть. Видите, у нас даже катсцена пошла другая. Просто ребята вот эти вот... Да, вот. Те мой напарник. И вон ребята, которые сидят, которые подерутся. Они... Там нужно... Там было два варианта. Вот он... Она их... Разнимет, вот. А тогда я сказал, что она на них наорет. Вот таракан ползет. Вот, да. Я клянусь в верности Макса и силам, которым она служит. Это не игрушки, Хлоя. Мне нужно быть осторожной с тем, как я их использую. Конечно, это игрушка. Самая лучшая игрушка в мире. Можно отпердолить кого угодно безо всяких последствий. Повзрослей. Может, ты закадрила меня, а я не в курсе? Да, именно так я и сделала. Ты можешь перематывать время, Макс. Это просто безумие. Мы должны поиграть. У меня нет времени. У тебя полно времени. Ой. Слишком много думала? Я ж не ты. Слишком много возбуждения. Видишь, что бывает, когда мы вместе тусуемся? Давай завалимся в одно из моих секретных убежищ и проверим твои силы. Тебе ведь нужен помощник? Я уже представляю, какие там будут интересности происходить. И, ребят, давайте тут серию закончим, пусть она договорит, да. Какую-то хрень Хлои задумала, и проверим мы это уже в следующей серии. Надеюсь, вам понравилась эта веселенькая игрушка. Мы... Ну, следующая серия будет уже завтра обязательно, поэтому ждите, подписывайтесь, если еще этого не сделали, и обязательно поставьте лайк. Все, меня зовут Ноксул, всем пока.